Небольшой видеорепортаж из вечерней или ночной Севильи. Мы с вами находимся на мосту Трианы. Одно из самых известных мест в городе. Это та самая Торре Севилья, высоченная башня. Деловой центр с рестораном на крыше. По этому мосту в день проходят тысячи или миллионы туристов, нарядных, красивых из разных стран. И живу я там, на той стороне, недалеко. Это другой берег. Здесь можно очень уютно сидеть на приступочке, опуская ноги в воду. Это мое любимое место ночью, вечером, когда уходит жара, становится темно, зажигаются огни. Тогда можно сидеть на приступочке и смотреть на отражающиеся в реке огни. И это самое прекрасное, самое любимое, чем я занимаюсь. Севилья. Пойдемте по мосту в направлении нашего дома. Нам нужно перейти реку, и тогда мы вступим в Барио Трианы, в район Трианы, где мы живем. Очень престижный и красивый район. Вот мы идем. Я вам показываю туристов. Вот я слышу, говорят уже на каком-то совсем другом языке, наверное, скандинавском. Времени где-то 10 часов вечера, но здесь для Севильи это время рассвета, когда люди выходят из дома и идут на ночные прогулки, на походы в рестораны и все такое. А некоторые вот занимаются спортом, потому что сейчас на улице самая приятная температура. Находиться здесь сплошное удовольствие. В 6 часов вечера было еще жарко и душно, а сейчас просто блаженство. Вот так красиво отражается город в реке. Это известная улица Бетис, Кайе Бетис. Она красива тем, что находится прямо на реке. И в кафешках, в барчиках, которые там, ты смотришь на речку. И, конечно же, тот ресторан, мне кажется, имеет шикарный вид. Люди, сидящие на той террасе, платят много денег, чтобы сидеть, ужинать или обедать с видом на реку. Идем дальше. Вот это здание с башенкой, которое вы здесь видите, это рынок местный, Меркадо де Триана. Я там никогда еще не была, но там должны продавать продукты, овощи, фрукты, мясо и все, что только можно продавать. Надо будет еще туда сходить. Мы с вами сейчас вот вступаем в район Трианы. Это велосипедные дорожки здесь очень удобно расположены по всему городу. И вот вы видите сразу спуск Кайе Бетис. Вот так это выглядит, это улица Бетис. Там очень уютные столики с ресторана. Вот там тоже подсвечивается ресторан. Это тоже ресторан. Хотя выглядит как частный дом. И вот та улица, которую вы видите, которая начинается прямо от реки, идет вглубь района Трианы, это очень известно, наполнена улица Сан-Хасинто, Святой Хасинто. И вот Меркадо де Триана, рынок Трианы, вы видите. Оставляем мост позади и идем дальше в сторону улицы Сан-Хасинто, потому что по ней нужно пройти, чтобы прийти домой. Наверное, улицу Сан-Хасинто я запишу в отдельном репортаже, а пока мы с вами завершаем видео, нашу видеопрогулку вот этого памятника. Памятника фламенко, Триана эль арте фламенко, так как Триана считается родиной, прародительницей фламенко. Пока-пока!